Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы на прохождении нашей новой игры, и название, как вы прекрасно помните, One Piece Odyssey. Мы познакомились с игрой, победили первого босса, спасли нашего члена экипажа, и теперь отправляемся дальше. И наши ребята, первая глава, как вы прекрасно помните, называется «Остров Штормов», и нам нужно найти соломенную шляпу, которую потерял наш главный герой, который сейчас немного засыпает, но, видимо, он сейчас проснется, да? Все, он сейчас улыбнется, подтянет мышцы, примет мужскую, так сказать, форму, и мы попрем. Да начнется приключение. Так, я как понимаю, теперь я остался один, да? Хорошо, давайте посмотрим. А, нет. Похоже, я кольца не сбросил, ты булыжники вниз. Я чую дуновение ветерка. За этими булыжниками должен быть проход. А я их нашинкую. Да, пожалуйста, шинкуйте. Никто даже и не сомневается в этом вопросе. Просто интересно, что будет дальше. Похоже, отсюда можно отправиться дальше, вглубь острова. Отлично, поищем ту девушку, которая стащила мою шляпу. Поищем, поищем, обязательно. Обязательно поищем. Давайте сохранимся. Перезапишем данный квест. У нас 4 главных героя получается, да? Постоянных. Что у нас здесь? Это развалины башен. Их архитектура и местоположение. И если память мне не изменяет, это во форте Гидан, остров, откуда дорога света ведет в рай. Вафорд? Да, и говорят, что она в Вафорде спрятана величайшее сокровище. Величайшее сокровище? И что же это значит, моя прекрасная Робин? Что это такое у нас тут? Очередной босс какой-то, что ли? Да, какой-то странный босс, наверное, да? Похоже, дело опасное. Итак, снова драка. Надо делать одиночные пикеты с навыками, пробовать. Цель эффекта мощь. Давай попробуем, что он себя представляет. 7 соток, скромненько, но со вкусом. Солнечная тепловая волна. 200 это несерьезно. Давай. Не сказать, что много, конечно, но все равно по 600, по 700 неплохо. Давай, сделай по красоте, девчонка. Ты же можешь. 400. Скромновато. Я думаю, что, наверное, эффект оглушения, скорее всего, не сработает. Может, все-таки из металла сделан? Нифига себе, 1237. Вот это неплохо, баф прошел. Соточку. Давай-ка мы сейчас ему... тоже сделаем что-нибудь интересное. Давай попробуем. Второй гир. 954 тоже нормально.
Да, дамаг у него слабый, конечно. Ну, по крайней мере, для наших героев это ни о чем. Давай. Завершай. Ну, дамаг, смотрю, рандомный. Было 900, теперь 600. Понятно. Так, это мы все поняли, что это не работает. ...296, но это скромненько вообще было, подруга. Давай, завершай. Что, еще нет? Чуть-чуть осталось. Что он там придумает? Неплохо. Ожоги, говоришь, делаешь, да? Ну давай. Огненный колосс это. Мне интересно, мне дают деньги, а куда их тратить-то, я не знаю. Тут, может быть, это что-то, какой-то магазин есть, там купить что-то можно. Непонятно, а деньги для чего мне вообще нужны? И почему не сразу 40... Да, 40-й левел у них сразу, то есть не первый, там именно 40-й сразу. Итак, это пираты соломенной шляпы. Посмотрим, так ли они полезны, как рассказывают. Хорошо. А пока посмотрим, да? Тяжело дышит. Такая жара. Что это за штука и как она двигается? Не похоже, что у нее есть топливо. Огненная атака под конец тоже слабеет. Здравствуйте. Вот эта таинственная подруга, которая с моей шляпой. Добрый день. Что она делает? Всех потрогала. Это же моя шляпа. Что это, исцеление, что ли? Что это такое? Что-то вышло из наших тел. А, даже так? И что это такое, интересно, вышло? Да ладно. Опять что ли с ним драться? Ну хорошо. Давай, раунд. Раунд 2. Файт. Возвращайся, Луфи, это здоровенная штуковина чужая. Ну хорошо, давай еще раз подеремся. Если вы так настаиваете, огненный колосс. Давайте по порядку, что тут творится, а? Берегите, Сусу. Бах. Ты просто не понимаешь, когда пора сдаваться, да? А я буду с ним сам драться, или они сами решат этот вопрос? Мне просто интересно. Что происходит? У меня какая-то слабость. Это еще что за шуточки? Он, походу, у нас все навыки силу, что ли, забрал? Или мы просто стали бесполезны? Что? Как будто мой меч стал настолько тяжелым, что не могу его поднять. Все назад. Я сейчас его стукну. Мне кажется, по-моему, сейчас я ничего ты не сможешь сделать. Такое ощущение, что все наши навыки, по-моему, стали бесполезны. А как это я опять так сделал? Что вы делаете, ребята, а? Загадочно. Я тоже не могу использовать свою способность. Но я не могу вспомнить, как это делается. Так, получается, у нас он забрал навыки все, которыми мы владели, плюс еще отменил от них урон. Хорошо. Сила пиратов соломенной шляпы украдена. Давай попробуем так вот. 15? Я даже и не знаю. А, ну все понятно. Скорее всего, это так задумано.
Я не думаю, что мы будем с ним так драться. У нас просто всех положат. Да, дамаг 15, все понятно. Ничего нам это не дает, абсолютно. 4 вообще дамаг. Что он хочет от нас? Назад. Эта дрянь так и будет нападать. Какой-то загадочный мужчина. Пока всех не прикончит. Это что за странный какой-то мужчина? Храбрости вас хватает. Если бы научились врагов от друзей отличать, конечно же. Что за фигню ты творишь, а? Эта статуя далеко не дотягивается. С нами ничего не случится, если мы не будем подходить слишком близко. Пошли. То есть нам надо идти за тобой? Хорошо, пошли. Что ты делаешь? Иди сюда. Ну хорошо, пойдем. Так, наша следующая задача. Следуйте за таинственным человеком. Давай. Что это был за огненный колосс? Это страж острова. Точно. И он наверняка сторожит сокровище, да? Погоди, сперва надо поесть. Я голодный. Я устрою тебе пир, не переживай. Правда? Но имей в виду, ничего особенного. О, это наш новый особняк, где можно поесть. Вокруг дома таинственного человека. Ну, давайте заглянем, посмотрим, как у нас он приютит, накормит. Пообщаемся. Вообще узнаем, может быть, что-то новое для себя откроем. Так-то у него неплохие хоромы. Это моя хижина. Можете отдыхать здесь столько, сколько захотите. Но мы ценим ваше предложение, но... Не знаете, можно ли мне доверять, да? Давайте-ка я вам представлюсь. Меня зовут Адио. Думаю, вы можете звать меня исследователем. Меня выбросило на этот остров пару лет назад. Когда шторм вроде того, в который попали вы, потопил и мой корабль. Вот тогда я начал жить здесь. Слим. Лим? Кто это? Ну она кто? Та девчонка. Что тут трудного-то? Все и так понятно, все очень предсказуемо. Значит, это мы тебя раньше видели, да? Мы потеряли силу после того, как ты к нам прикоснулась. Ты имеешь к этому какое-то отношение? Да, это моя вина. Простите. Вы же пираты, правда? Так что не вините меня. Признаем, мы пираты, но как это связано с Кубом? Этот остров окружен кольцом загадочного шторма, и обычно никто не может до него добраться. Все корабли тонут, а людей иногда выбрасывает на берег. Большинство из этих людей пираты, а пираты обычно плохие ребята и обижают слабых. Но мы же не такие, видно же по нам. Вот почему я использовал свою силу. Когда я прикасаюсь к кому-то, я могу превратить их навыки в силы, в куб и забрать. И как это работает? Адио говорит, что эта сила у меня в крови. Это свойство моего народа. Другими словами, ты используешь свою способность, чтобы лишать сил всех опасных пиратов, пока они не причинили вреда. Совершенно верно. А еще могу забирать информацию из кубов, чтобы материализировать людей или животных. Или даже воспоминания владельца куба. Да ладно. Значит, ты тоже съел дьявольский плод? Дьявольский плод? Наверное, ты черпаешь силу в чем-то другом, раз даже не знаешь, что это такое. Так что, мы можем вернуть наши способности? Да. Если вы соберете разбросанные по острову кубы, поглотите их. Тогда пошли искать кубы. Похоже, больше нам все равно ничего не остается, да? Ладно, я помогу вам их искать. Что, правда? Как я уже говорил, я встретился с Лим на этом острове. Может, мы по крови и не родственники, но она для меня как дочь. Так что позвольте мне помочь вам. Конечно, в новом мире таких не удивить, но это остров множества необычных свойств. Здесь есть места, которые просто не работают, логика внешнего мира. Почему вам не разобраться, что к чему, и сравнительно безопасной пещере? Если повезет, может, даже куб найдете. В каком-то этом смысле сравнительно безопасные. Ну, в том, что большинство людей, если они как следует подготовятся, это будет нормально. Серьезно. А лучше не ври нам.
Да не беспокойтесь, я не сделал вам ничего плохого. Для начала давайте мы вас подготовим. Итак, да, я и говорю, тебя и накормлю. Так что заходи и не стесняйся. Можно поесть, поспать. Хорошо. Ну что, давайте зайдем в кабак. Пора есть, да? Нифига себе, там неплохо прям. Я бы прям сейчас бы сам захотел бы. Уа! А можно месить это мясо? Конечно, я же обещал. Ты правда один съел все это? Ух ты, он все тут приготовил. Неплохо, малой, поел, неплохо. Только что-то как-то не видно по тебе. Скажи мне, когда собираетесь идти в пещеру, я покажу вам дорогу. Поговорите с Адио. Хорошо. Поговорим. Нифига, у тебя сколько роста? 2,5 метра, что ли? Итак, пойти в пещеру, да? Давай, сходим. Ладно, пошли, 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 пошли в пещеру, сходим, посмотрим. Тогда пошли, вы готовы? Адио присоединился к вашему отряду. Спутники. Идите по этой тропинке к бухте, пещера за ней. Испытайте себя в пещере на берегу озера. Ладно, идем прямо по дороге, никуда не сворачивая. Хорошо, давай. Интересно, что они дают? По твоему лицу видно, что название тебе знакомо, да? Да, это же легендарный остров Вафорд. Возможно. Итак, мы попали во форт. Здесь столько разных персонажей, даже непонятно, кто это. С некоторыми уже знакомы, подрались, сделали выводы. Скорее всего, будут скоро новые враги, да? Посмотрим их слабые и сильные стороны. Итак, пляж вокруг озера. Ух ты, какой прекрасный вид. Ладно, это я читать не буду, переводить. Пускай они там между собой сами разговаривают. Опять драться будем? Так, этот парень случайно не входит в дружбу с типами, которые мы на нас нападали, а? Они могут захватить нас снова и снова, так что будьте осторожны. Не, ну если он хочет, прикасайтесь к противнику, начинайте бой, получайте опыт, повышайте свой уровень. Так, хорошо. Я все понял. То есть, если вы хотите с кем-то подраться, просто подошли и сказали, дядь, давай, мы с тобой выясним наши отношения. Бонусная атака, говоришь, да? Я думаю, что надо лучше атаковать врагов, которые имеют очень большой статус. Я не думаю, что мы сейчас с него поимеем очень большие хпшки. Ну сколько нам дадут? 300. Ну то есть как бы, я не знаю, даже нету никакого, наверное, смысла атаковать одного моба. Лучше где-нибудь надо солидных найти мобов. Вот допустим, вот тех вот четверых вот взять, и мы можем их атаковать. Это что? Йоу.
Че, драться будем? Ну давай подеремся, раз ты сама меня атакуешь. Хорошо, давай. Ну-ка покажи нам, что ты умеешь. Ой, так она слабенькая, эта улитка-то вообще. Страшная, но слабая. Давай, атакуем и все, и идем дальше. Ничего абсолютно серьезного я здесь не увидел. А сейчас смотри, у них был до этого 41 левел. Так, подожди, стой. Отходя из того момента, что я сейчас видел, у нас был 42 левел до того, как у нас забрали все навыки. То есть сейчас мы качаемся с нуля. Нормально. Хорошо, я запомнил. Теперь, получается, мы прокачиваем наших друзей. Так, это пещера, да? Давайте зайдем в пещеру. У нас тогда, получается, никаких и навыков-то нет. Можешь испытать свою силу прямо здесь. Я возвращаюсь. Ну, вы уж постарайтесь. Хорошо, незнакомый человек. Хотя я его звать его Адио, но он наш покинул отряд. Теперь мы остались с той дружной компанией, с которой мы начинали наше приключение. Ну, давайте посмотрим, что в этой пещере интересного. Жалко, что здесь вот этот момент мне не нравится. Вот именно вот каждая драка, она происходит как вот, ну, шахматная доска. То есть вы не можете подраться прямо в прямом эфире. То есть ты зашел, зарубился, раскидал или наполучал и, соответственно, прокачался. Здесь идет как бой, который ты делаешь как шахматы, выбираешь навыки, бусты своих друзей. Это неестественное выветривание, кажется, сломалось, когда рухнуло вместе с пещерой. Думаешь, ты был тут такой технический сдвиг? Я не знаю, в чем была его причина, но точно какой-то сильный удар. По аварским легендам это произошло однажды ночью. Возможно, результат извержения подводного вулкана. Но это не объясняет, почему руины обрушились. Вероятно. Их сдуло бьющим вверх потоком, как Джао. Мне нужно все как следует изучить. И у меня есть все еще недостаточно информации. Пойдем глубже. Там может оказаться сокровище. Стой, 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 стой. Это сам Адио сказал, что безопасно. Но я что-то сомневаюсь. Такое чувство, что за нами наблюдают. Что? Что это за запах? Он мне что-то напоминает. Не знаем, ребята, что напоминает этот запах, но в любом случае нам все равно нужно идти в пещеру и исследовать ее. В противном случае мы ничего не узнаем. Для начала надо сохраниться. Мало ли, я не знаю вообще в этой игре, можно ли убить кого-то, я не знаю. Ну, как бы... Из друзей, я думаю, можно потерять, хотя, наверное, никакой роли это сильно-то это не играет. Просто интересно. Смотрите, там сундук с сокровищами. Сундук с сокровищами валяется без присмотра в этой подземной пещере. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так, а почему это открыто? Это что, снаряжение какое-то? На вид под настоящая древность. Предметы снаряжения. Используйте предметы снаряжения, повышает ваши параметры. Понятно. Так, предметы, снижение хп, эффективность, нашивки, деф. Понятно.
Все, я понял, да? Так, а развернуть его никак нельзя. То есть максимум 3 предмета, я понял. Это все, да? Так, Луффи. А, ну можно поменять, да? Я даже не знаю, может быть... Вот это, кстати, Нами, она какая-то слабая. Может быть, все-таки взять Зорро? Я думаю, что Нами как-то не тащит прям. Вот я что-то посмотрел ее бусты, ее вот эти атаки, какая-то она слабая. Не знаю, может быть... Я не прав, конечно, какие-то костюмы еще, кстати, можно открыть, да? Так, это снаряга, да? Так, теперь давайте мы возьмем этого дядьку. Так, подожди. Ну. А, тихо, подожди. Так это получается, мы можем... Все, я въехал. Что-то меня надо. Можно что-то одно выбрать на всех. Понятно. Все, я понял. Каждый буст можно выбрать только на определенного. Ну, на одного, короче. Там что-то светится. Не тот ли это куб, который из нас выскочил? Не могу понять, слишком далеко. Пойдем заберем его. Пойдем заберем. Я понимаю, глава-то это очень долгая, наверное, да, первая? Мост ведь не сломается, правда? Да откуда я знаю, сломается он или нет? Можно просто пробежать очень быстро, и тогда все будет нормально. Угу. Сломался мост. Таким взглядом такой посмотрел назад, типа, серьезно? А мост-то рухнул, да? Нужно найти дорогу назад. А ты стой на месте, маховая голова. А то мы с тобой еще заблудимся. Что? Как-то мне попасть, точно я знаю. Прямиком туда я тебе и отправлю. Сейчас не время собачься. Нам дорогу нужно найти. Так что заткнулись оба. Че все время между собой что-то выясняют? Как будто у нас больше задач нет. Это кто? Белка-стрелка, да? Большая. Что это такое?
Это огромный... А, это енот. Нет, это не енот. Он хочет на нас напасть. Похоже, он не пытается смыться. Так, попробуй мне помешать, я тебя вырублю. Какие многообещающие слова-то. Понятно. Есть. Откуда вдруг здесь эти ребята, а? Они говорят, что вы нарушили границы их территории, и это вам с рук не сойдет. Да ладно, мы просто мимо проходили. Но вообще-то мост разрушили, я бы не назвала это просто мимо проходили. Сейчас не время припираться, тогда вперед. Мы не проиграем этим ребятам. Неплохо. Укус летучей мыши. Что она сделает? 28. Ни о чем. Так, предметы у нас только восстановления остались, да? О-о-о. Неплохо. С таким успехом они будут его очень долго. Нормально, неплохо. При атаке есть вероятность активировать отбрасывание. В этом случае урон противника получается в той же зоне. Маленьких и нескольких легко отбросить. Хорошо, я понял. Ну, ни о чем, ребята, если честно. Это был удар куба. Хорошо. Сокрушающее вращение. Ну давай. 20. Что-то как-то вы слабенько прям вот. Прям, если честно. Скоро енот у нас, походу, потеряет смысл. А, это смертельная белка, правильно называется. Вот так вот, ребята, да? Смертельная белка. Я так и понял, что это белка. Чего они все время атакуют нашего Джона Уика? Белка-то сейчас, походу, намного раньше упадет, нежели чем товарищи. Давай, атакуем белку. Хотя она пока летучую мышь, да? Ну что? Давай, белочка, отдыхай. Смертельная белка терпит поражение. А, так вас надо в любом случае всех поубивать, да? То есть не считается того, что типа белка ваш босс. Хорошо. Пока не победим всех врагов, битва не будет считаться законченной. Крылышко бронзовой летучей мыши нам дали, отлично. А левел идет именно на всех. Остров километра — это остров Треск. Остановитесь, почему не усаживаетесь? Не подобраться. Заткнись и бросай якорь. Понятно. Что? Белка покинула нас, убегает, да? Хорошо. Так, давайте осмотрим. Куб. Что он из себя представляет? Это там не куб. Уплывает. Да нет. А что нам с ним делать-то? Надо и съесть. На вид не слишком аппетитно, конечно. Я не думаю, что надо его съесть. Что это такое? Он в тебя сам вселился. Даже есть ничего не надо. Итак, восстановить потерянные силы. А, ну это у нас плюшки пошли. Я ощущаю странную легкость. Как странно, и снова вспомнил, как использовать способности. Теперь я все вспомнил, и почему-то я не мог сделать это раньше. Да я откуда знаю, почему ты не мог сделать. Наверное, потому что потерял эти навыки.
воли наблюдения, фрагменты куба, что-то там еще. Ну ладно, все понятно. Итак, нужно вернуться к входу обратно, да? Ну что, давайте отправляться обратно домой. Правда, я не знаю, как это сделать. Но, походу, надо спуститься где-то здесь. Нет. Фрагмент куба Луфи X3. Так, а есть вообще смысл ломать эти стенки? Может быть, там что-то еще в них есть? Ну да, есть. Хорошо, давайте. Так. Тихо. Спустился я, да? Ага. Откроем сундук. Нашивки ГАЦ плюс 42. Это все, что у нас здесь есть, да? Отлично. Что, драться будем? Я вот не хочу на тебя, друг, время тратить. Вот серьезно, мне прям вот ты не интересен, вот если честно. Можно вас как-нибудь обойти, а? Чё, серьезно? Ну, ой, блин. Вероятность какого-то удара критического у вас, да? Ну давайте посмотрим. Сделай просто ему красивый пинок, как ты умеешь. Вот и хорошо. Я не думаю, что тут что-то такое страшное и серьезное. В принципе, мы очень все быстро сделали, все красиво и нормально. Бусты собрали, можно идти дальше. Так, давайте будем думать. Фрагмент куба Нами. Так, давайте сейчас посмотрим. Отсюда я пришел. Ага. Давайте будем думать. Давайте будем думать, смотреть, куда нам переместиться. Вот. Фрагмент кубка Зорро. А что, он не достает, что ли, до туда? Ну что, правда? И снова будет драка. Смотрите, еще сокровище. Погоди, что ты видишь? Там вокруг полно тучек мышей, какого-то мерзкого окраса. Да ладно, даже если у тебя высосут всю кровь, дело того стоит, если я получу сокровище. А вот и нет, вовсе не стоит. Так, давай, погнали. Угу. Можно навык не использовать. Чем быстрее мы закончим, тем лучше. Так, а у тебя есть какой-нибудь навык? Есть, да? Отлично. Давай, покажи нам, что ты умеешь. Нифига ты катану держишь в зубах. Ну ты, сука, мощный парень. Давай. Ну, почти. Ничего страшного. Давай, завершаем удар. Легким ударом с ноги. Летучая мышка покидает. Так, давайте откроем данный сундук, посмотрим, что в нем интересного. Кто это такой?
А ты откуда? Это тот, кто пытался мешать нам спасти Нами. Это Эйса, Хойса? Что он говорит, Чоппер? Он здесь типа прятался, чтобы испугался, когда летучих мышей. Прятался, а мне показалось, что он просто взял и исчез. Все. Аж знал! Я, конечно, не понимаю, что мог и чесать, но поблагодарил нас за спасение. Ну хорошо. Убежал, да убежал, нам какая разница. Давайте сундук откроем. Заберем все плюшки оттуда. Нашивка АТК-87+. Так, лестница. Так, подожди, а тут у нас внизу ты чё? А, там ничего и нет, да? Понятно. Перекрыто, да? Закрыт проход. Если во время приключений вам понадобятся смещенные команды, используйте X. И что? Представить это Зора. Ну, предоставим, конечно. Сейчас эту решетку просто на запчасти распилит. Молодец. Красавчик. Мне удалось тебя перерубить? Да я в тебе не сомневался, друг. Не хочу я прям вот с ней драться. Вот прям у меня такое вот прям вот желание. Вот, вот нет у меня серьезно с ней драться. Вот. Но вот этот момент вот уже начинает немного меня напрягать. Вот. Да берегись, берегись. Сейчас мы их раскидаем. Так, можно ничего не тратить, да? Вот эта вот боевка, я думаю, что она будет доставлять дискомфорт. Она прям вот будет заставлять, что вот опять драться с кем-то, это все так долго. Лучше бы вот когда ты просто идешь прямом, да? Так сказать, эфире, ты можешь спокойно подраться со всеми. А здесь как бы вот это вот что-то как-то... Так, подожди. Я вижу там куб. Ящ. Так, ну забрал я этот куб. Дальше что? Куда нам? За нами наблюдают? Да пожалуйста, пускай наблюдают. Не-не-не. Куда ты полез, друган? Ну куда? Давай обратно. Зачем нам эти лишние вопросы? Так, иди нахрен, не хочу с тобой драться. Просто не хочу. Отстань. Отстань от меня, я сказал. Я просто не хочу вот время тратить на тебя, вот на одну вот. Вот. Зачем мне это? Похоже, вернусь обратно к входу. Я не знаю насчет, вернулись мы или нет, но я думаю, что все нормально. Так, мы почти на месте. Нам дали легкий клык. Так, мы можем спуститься вниз, да? Можем? Отлично. Давайте сохранимся. Голова первая до сих пор. Эй, Луфи. И так это значит, что вы за нами наблюдали, да?
Теперь у нас три белки агрессивных, да? Все верно, надо использовать огонь. Усоп, у тебя хватит навыков. Стоит попробовать. Давай попробуем. Сопочка неплохо. Так, огонь, да, говоришь? Давай попробуем. Сокрушающее вращение. Да, мы это уже видели. Давай, покажи нам. Дикая белка должна быть агрессивная. Они, кроме, по-моему, вращения ничего сделать-то не могут. У них дамаг, кстати, вообще слабенький. Давай. Сделай, как ты умеешь. Отлично. Вы что, еще хотите с нами подраться? Неплохо. Вот это было зачетно. Ну что? Нет, подожди. Давай сделаем контрольный. Ну все, все белки повержены. Можно выбираться из пещеры. Пятый левел уже неплохо. Ну что, белочки все убежали, а нам нужно выбираться из пещеры. Берите из дома Адио. Хорошо. Давайте отправляться. Что это такое? Путеводитель, что ли? Значок какой-то. Ладно, разберемся потом. Отправляемся обратно в дом Адио. Я думаю, что на этом мы закончим данную часть. Сейчас только доберемся до дома. Так, это тот из пещеры, да? Эйса Хойса. А что он говорит? Может привести Чоппер. Он говорит, и Сарпейн. Но все зовут меня доктор Сарпейн. Не вижу пиратов, но вы меня спасли. Как мило с его стороны. А как ты вообще тут оказался? Так, понятно. И когда мы проходили мимо, можете взять это. Это копия моих записей. Хорошо. Журнал мемории, журнал боя. Ну окей. Куда он делся? Он сказал, что все хотел и исчез. Интересную штуку он нам отдал. Ну, в принципе-то. Так, это что такое? А, это улитки-то. Не хочу я с ней драться просто. Ну, не хочу на нее тратить время, серьезно, ребят. Шляпа мне нравится. Как она у него там держится, а? Так. Сейчас, получается, возвращаемся обратно. В дом. Да понятно, что полно опасности, друган. А ты думал, в сказку попал, что ли? Так, ну что, вот мы и прибыли
О, мудоттака. С возвращением. Да-да. Видите, я же не обманул, правда? Силы будут вращаться к вам, как только вы найдете свои кубы. Да, давайте найдем все кубы и вернем наши силы. Мне нравится ваш оптимизм, на самом деле не так все это просто. Что ты имеешь в виду? Я сейчас лишь предполагаю, потому что сам это не видел. Но вот колосс, с которым мы сражались, был очень силен, да? Да, он был сильнее, чем куда-либо. Этот колосс назывался огненным, и здесь еще несколько таких похожих. И какое это отношение имеет к нам? Они наверняка забрали как ваших кубов. И это я гарантирую. Откуда ты все это знаешь? Может, я по виду и не скажешь, но всего лишь я скромный исследователь. Я достаточно побродил по этим местам. Походу, она на него запала. В общем, поймете, когда сами все увидите. Дайте знать, когда будете готовы. Я отведу вас к колоссу. Ребят, может, разобьем лагерь, отдохнем перед следующей экспедицией? Да, конечно, разобьем. Посидим под гитарку, шашлычок, костерчик. Поедим. Да, нам нужно как следует обдумать наше положение. Так, есть-то хочется. Санджи, приготовь чего-нибудь пожрать, а? Ладно, сейчас займусь готовкой. Итак, мы разбиваем наш лагерь. Будет наше новое место дислокации, где можно посидеть, прокачаться, подумать, покурить, выпить и закусить. Можно тебя кое о чем спросить, Адио? Да. Ты упомянул Лим. Почему она так ненавидит пиратов? Животные на острове приближаются к ним. Инстинкт подсказывает, что она опасна для них. И все-таки был один попугай, который к ней привязался. Попугай, и где он сейчас? Собственно говоря, его убили пираты, которых выбросил на этот остров. Это было еще до меня. Какой ужас. Лим была в ярости. Она использовала кубу, чтобы вытянуть силы из этих пиратов, выкинула их с острова. А, вот оно что, да? Маленькая могила на одном из пляжей, которую выкопала Лим, оплакивая своего попугая. Теперь понятно, почему она ненавидит пиратов. Я бы тоже такого не простил. Но это было уже довольно давно, теперь это утолстов милый дом. И я не позволяю пиратам, которые себя выбрасывают, делать все, что им нравится. Ну, ты же думал то же самое и про нас, что мы тоже пираты. Но оказалось, что мы простые люди. Мы вернули свою силу, так что давайте пировать. Мы вернули только небольшую часть. Мы не знаем, что столкнемся, так что ешьте от пуза, чтобы набраться сил. Хорошо. Эффекты вечеринок. Вечеринки полностью становят ХП, увеличивают его на 30 месяц боев. Понятно. Устройте вечеринку. А чё, серьезно, надо ее что ли сделать? А сохраниться здесь нигде нельзя, да? Я думаю, что давайте попробуем и сохраниться, и вечеринку устроить в нашем следующем видосе. Всем, ребята, спасибо за просмотр, за лайкосы, за подписку. Берегите себя.